я не стесняюсь. Наверное, это будет как бы... Уже можно начинать? Да. Будет обращение к тем людям, кто думает, пойти или не пойти на тренинг. Во-первых, сегодня мой день рождения. Это, наверное, самое лучшее день рождения, которое у меня было за все годы жизни. Тренинг как бы называется «Секционный магнетизм». И, в принципе, не сказано, что мы будем нежнее, добрее, или там нас научат каким-то новым прикосновением. Или, ну, я пошла без всякой подготовки, и я не жалею, я очень рада, что вы сюда доехали до нас. И я думаю, что этот тренинг нужен вообще всем. Потому что мы за компьютерами, мы за телефонами, это не настоящее общение, а именно вот здесь мы обретаем то, что мы утеряли. Потому что вот эти вот прикосновения, мы уже забыли, как это трогать людей, или как, чтобы чувствовать, чтобы к нам прикасались. Это очень важно, и это другая энергетика, и это дает какое-то умиротворение, дает очень такую легкость, и, ну, и делает человека счастливым. Так что спасибо. Спасибо.